Очередная серия проекта Future Real Estate Century 21 Словения и портала Prian.ru посвящена, наверное, самому понятному и одновременно самому трудному типу коммерческой недвижимости. Говорим про отельный бизнес, с которым сталкиваются все, но обычно как клиенты. Мы же посмотрим на вопрос с другой стороны. Каковы перспективы инвестиций в гостиницы Словении, где есть крупные города, горнолыжные курорты, озера, небольшая, но уютная приморская полоса. Но проект, который мы оценим, находится в самом центре страны, на знаменитом бальнеологическом курорте Рогашка-Слатина. Рогашка-Слатина – один из самых известных в Европе спа-курортов. Находится в Штирии, в полутора часах езды от Любляны. Свою только официальную историю ведет с 16 века, когда появилось первое письменное упоминание о целебных свойствах местной минеральной воды. Сегодня Рогашка-Слатина – успешный круглогодичный курорт. Его респектабельный центр застроен крупными гостиницами, хотя совсем уж гигантских тут нет. Максимум номеров на 100. А вот на продажу в настоящий момент выставлен мини-отель. Гостиница «Вилла Деметрович» в Рогашке-Слатине расположена в четырехэтажном здании конца 19 века. Его первые владельцы – знатная семья Деметрович. Они занимались фармацевтикой и построили особняк возле источника. На цокольном этаже бар, на первом ресторан. Выше 8 номеров. Площадь цокольного и первого этажей – 300 квадратных метров. Непосредственно площадь самого отеля – 210 квадратов. 3 года назад здание было полностью реконструировано. Михаил, ну вот этот третий этаж, или цокольный, это уже новая абсолютно. Абсолютно новая история. Постройка, да. В 2017 году мы ее полностью реконструировали. Раньше это был чистый пустой этаж. Сейчас мы сделали здесь 3 комнаты полноценных. Да. 8 номеров, конечно, не тот масштаб, что заинтересует крупную сеть. Это вариант под себя. Отель авторский, и нынешние владельцы дали волю фантазии, сохранив старые элементы и добавив новых. А какова история этих картин? В 1999 году автор их написал, мы их решили оставить. Это автор, известный художник в Рогашке-Слатине. Он часто посещает нас. Ему очень было приятно, что картины остались. И мы оставили вот этот старинный стиль Словении на этом этаже. Все номера здесь старинного плана. Михаил, а все вот эти атрибуты, вот ресепшн, сервант дивный, какого года вообще? Ну, все мебели около 100 лет. Мы ее всю полностью обновили, сделали презентабельный вид. Здесь и шкаф, это бельгийский шкаф, и кассовый аппарат очень интересный. Ну, кассовый аппарат вообще дивный. Он действительно рабочий, да, то есть можно прокрутить. В Рогашке-Слатине, кроме крупных люксовых отелей, есть и несколько отелей, под которые были перестроены старые семейные виллы, говорит Андреа Трафелло. Для успешной работы здесь необходимо сохранить настоящую, историческую значимость этих отелей. И потом, здесь особые постояльцы. Те, кто ищет уединение, селятся как раз в таких местах. Впрочем, вилла Деметрович привлекает не только ищущих уединения. Здесь есть ресторан на 80 мест, особая гордость отеля. Кстати, в Рогашка-Слатине, несмотря на ее статус, не так уж и много заведений общепита. Поэтому сюда к вечеру на ужин приходят постояльцы из центра. 1,5 километра пешком. То есть очень многие люди останавливаются и пешочком ходят вот на источник. Это не проблема. Здесь пешеходные дороги, все предусмотрено для людей сделано. Но инвестиции в подобный отель, как и вообще инвестиции в большинство отелей Словении, история очень личная. Проект должен увлечь вас, потому что для обслуживания странно будет нанимать какую-то крупную управляющую компанию. Она сюда просто не придет. Здесь нужно трудиться самому или вместе с партнерами. Да, это однозначно, потому что отель с 8 номерами, сложно найти управляющую компанию на это, да, то есть это домашний отель. Это есть в понимании Словении, да, это домашний отель, которым ты сам управляешь, ну или ставишь арендатор, вот как в нашем случае. И если мы говорим о возможностях развития, вот что можно здесь сделать по сравнению с тем, что есть сейчас?
У нас сейчас не запущен цоколь, у нас там есть рабочее разрешение на ночной бар. Их всего два в Рогашке-Слатине, да, у отеля «Донат» и в нашем отеле. Да. Из этого цокольного этажа можно сделать спа-комплекс. Да. Есть даже проект действующий, который можно реализовать. Это вполне вписывается в комплекс. Отель плюс ресторан плюс спа-комплекс. Вилла Димитрович сейчас выставлена на продажу. Условия перед вами. Заинтересованные инвесторы могут также познакомиться с планом реконцепции и расширения бизнеса. Конечно же, при такой покупке важно оценить состояние объекта, понять, какие дополнительные инвестиции будут нужны, чтобы сделать его еще более популярным, замечает эксперт. Но самое главное – знать, кто будет заниматься управлением, и есть ли у собственника бизнес-план, который учитывает все – от вложения средств до предоставления услуг и расходов на маркетинг. Отельный бизнес в Словении – это часто семейная история, тем более, если мы говорим о небольших проектах. Они ведь не только для денег, но и для души, поэтому могут долго искать новых владельцев. Например, вот этот бизнес-отель в Мариборе, о котором мы рассказывали еще в 2017 году, был продан лишь в начале 2020, когда собственник снизил цену. А вот другой пример сегодняшнего дня – поместье Херк на границе с Австрией, построенный в 2009 году. Отели и апартаменты, оздоровительный центр, помещения для агротуризма, исторические постройки и несколько гектаров пахотной земли. Собственник 3 года назад получил все разрешения на расширение проекта, в 2020 году снизил цену для потенциальных инвесторов. И еще одно творческое предложение из Словении. Идею и место здесь надо не только примерить под себя, но и полюбить. Впрочем, в данном случае это кажется нетрудно.